Друзья, всем привет! Сегодня поговорим и покажу чуть-чуть химии, хорошей немецкой химии, кухимии. Задача передо мной стоит, я снял суппорта с корвета, отмыть их под покраску. Мыть какими-либо растворителями, чистить при этом, драть скотч-брайтом, как обычно это все делают, да, маляра? И раньше делал я долго, сложно. Чуть-чуть неудобно и смывается очень много краски. В принципе, если отдавать на пескострую, то, конечно, пофигу. Но здесь клиент просит сделать, ну, скажем так, требования клиента сделать просто быстро. Поэтому никакого пескоструя, хорошая мойка, отдаем малярку. Там, может быть, замотаю скотч-брайтом, но не факт. Для работы будем использовать. Это я показываю тару большую, в маленькой таре налито то же самое. Это кохимия, Triple Acid Star. Это специальная фиговина, самая мощная для мытья дисков колесных. То есть с дисков с колесных полностью отмывается тормозная вот эта пыль, осадок, дорожная грязь, смываются клея и всякая такая вот фиговина. Она реально самая мощная. Есть вторая еще, чуть-чуть более щадящая для мойки дисков, но это адовая и она очень хорошо отмоет вот те вот штуки. Какой порядок действий? Вообще работать с ней лучше в респираторе, но я не смогу с вами разговаривать в респираторе, и тут более-менее есть легкий сквознячок. Открутил я, закрутил заводские винты на места, и в винтах заводских скотчем заклеил и одел шайбы, чтобы туда ничего у меня вовнутрь не попало. Суппорта разборные, но, я же сказал, задача как бы будет другая, разбирать их никто полностью не будет, их так и будут окрашены. Я пока что не смываю, ничего не смачиваю. Они более-менее чистые, в плане на них нету наростов грязи, потому что машина спортивная, машина ездит только в основном на треке, и на дорогах тут такой грязи сильно нет, как у нас. Ну, рассказываю для нас, да, для наших реалий, поэтому рассказываю так, как бы я делал дома. Я бы их хорошо отмыл сначала щетками, поубивал всю грязь, чтобы не расходовать химию. Химия, как бы, кажется, что она недорогая, но тем не менее. Лишних 2-3 прохода, которые мы сделаем, лучше это сделать все на какой-то еще одной машине. Поэтому отодрали все, что можно отодрать механическим путем, и потом работает у нас химия. Сразу скажу, она ядреная. Даже несмотря на то, что легкий сквознячок, это кислота. То есть кислоты конкретные, это не щелочные. Лучше работать в респираторе, тем более если в закрытом гараже. Стадий будет несколько. Первая стадия, первый проход, это я смачиваю все, что само раскиснет. Ребята, это жесть. Все, что само раскиснет, раскиснет само, и мы смоем мойки высокого давления. Второй проход я уже буду чистить щеткой. Это просто жестяк. Это такой, знаете, напоминает из детства чуть-чуть аромат, когда дедушка мыл ванну соляной кислотой. Примерно те же самые и вкусовые ощущения на языке сразу же образовываются. Оставляем так, буквально на 3 минутки, потому что сейчас в Израиле уже жара, уже за 30, и это просто все высохнет, и надо будет еще раз смочить. 3 минутки, перхером, хорошей мощной струей взбиваем. Проход, что мы видим, что суппорта уже крашены, они были серебристыми, они были красными, теперь они желтые. По-нормальному, конечно, их под песок, но тут вряд ли это будут делать, тут просто замотуют их, дай бог, замотуют и покрасят. Посмотрим, если я их увижу покрашенными, я вам покажу. Скорее всего, я их увижу, потому что я их должен, по идее, буду собирать.
с первого прохода, в принципе, вымылось все. Ну, кое-где там есть незначительные такие загрязнения, поэтому еще раз мочим. И теперь работаем с каждым по отдельности. То есть промочили, взяли кисть, жесткую кисть взяли, промочили кисть и дорабатываем непосредственно те участки, в которых мы что-то видим, в которых мы считаем нужным что-то подочищать. Тут это незначительно, но тем не менее, убрать это все надо. Очень хороший, конечно, суппортаж в том плане, что машина чисто для покатушек, поэтому они не грязные. А так вообще грязные суппорта и грязные диски 2-3 прохода с кистью. Не просто так, под перхер. Но отмывает. Эта штука очень ядовитая. По поводу там цен, где купить, у Коххимии я лично проверял. Есть официальные сайты и в России, и в Украине, и в Беларуси. Поэтому вбивайте коххимии.ua, коххимии.ru, коххимии.by. И смотрите цены. Эта фирма очень распространена у нас. Да, она не дешевая, но качество ее на уровне. Все, отмыл я суппорта, сохнут. В принципе, эта химия применяется для мойки дисков, которые идут в детейлинг. То есть те, которые не крашеные, не конченые, не убитые. Вот, допустим, вот заводские диски Бэхи. Правда, будут сняты клея, которые на клею держатся, он их смоет. Но это конкретно идет под детейлинг, то есть полное восстановление чистого покрытия. Потом они будут балансироваться. Но эта химия работает адово. То есть если вы конкретно планируете восстанавливать, да, ей можно пользоваться. Если нет, то есть у Коххимии другое подразделение химии специально для фельг, для дисков. Оно работает более мягко, то есть просто для мойки хорошо отмыть снаружи, оно не тронет вот то вот клеевое состояние. Наверное, подождем, пока открасят суппорта, чтобы посмотреть на то, какой конечный вид у них будет. Так, ну по итогу. Суппорта поставлены на место. Времени, конечно, потратили много, пока их покрасили. Не знаю, обезжиривали их ребята или нет. Я присутствовал, в малярку ездили, так краем заскакивали, когда они просто валились на столе, и по ним чуть-чуть там пошоркали наждаком. Я фотку выложу, приложу. Ну так вроде неплохо, поставились аккуратно, благо, что на корвете суппорта ставятся нормально. То есть из плавающих механизмов только вот эта пружина, которую по сути не видно, которая ничего не царапает при сборке. Ну тут основой видео было то, что химия Коххимиевская очень хорошо работает в плане на отмывание суппортов, ну также и дисков, чтобы красить. И в принципе все. То есть я бы не видел, как их красили, чем их красили. Ну, вроде как должно держаться.